Зина Охтинская, пожалуйста. У Зины называется «Переиграй». Здравствуйте. Почему я вообще назвала сегодня так свою программу «Переиграй»? Ну, я занимаюсь музыкой, и очень часто какую-нибудь песню, она настолько приедается, что нужно ее переиграть по-новому. Так же, как и стихи, они... Иногда им нужно давать новую жизнь. Поэтому, к сожалению, буду подглядывать бумажки. Во-первых, потому что у меня за два дня последних написалось 3 новых стихотворения. Ну, во-вторых, иногда вот хочется поменять в стихотворениях слова. Стала тонкой белая дорога. Размотался ниточкой клубок, но опять сорвался слишком тонко, слишком много сорванных дорог, как цветок, которые не вянут, только гаснут, как весенний луч. Загорятся и опять обман, потерявшись под наплывом туч. Слышишь ли весну за грязным снегом? Засыпает, только не до сна. Я сорвался, поспешил с разбегом, но живой, пока звенит струна. А можно тебя на сцену попросить, на кадр на сцену? Можно. Выйти на сцену. Нарисую цветом красным, перелью кровавой мэри через мутные границы многогранности, ура! А потом еще добавлю, не похоже, как не злиться. Здесь когда-то были лица, а теперь в холсте дыра. Нарисую цветом черным, чтобы выспаться помягче, чтобы ночь не проходила от отсутствия чернил. Ходит-бродит кот ученый, не вареный, не моченый, пересказанную былью, что когда-то позабыл. И добавлю золотого, луч поймав на дне зеркальном, по карманам, верным звонам, что пора гулять на все. Недоеденное слово было ближним, стало дальним, свист последнего патрона, танец белки в колесе. И еще по всплеску белый, до весны по ложке снегу. Запивайте, все знакомо, не похоже, но с душой. Эй, ты как там? Вроде целый, с горстью соль да гонку смеха. В оправданию не все дома, повод вечный выходной. А потом опять смешаю 7 цветов в одном стакане. Вкус не важно, только градус и какой сложился цвет. Вот теперь похож, я знаю, до последней битой грани. Все в порядке, все знакомо. Получайте ваш портрет. Я ловлю твои тени, ловлю твои взгляды, по ту сторону мысли, по ту сторону ряда, где опять повторяюсь и прячусь устало. Я смотрю то, что знаю, уже наперед. Вроде ты не злодей, да и я неплохая. Просто книга, тебе же не важно какая, и какими словами наполнить до края, если знаю, что книгу никто не прочтет. Знаешь, брат мой, я здесь, но пока обесточен. Перепутаны дни, переделаны ночи в рамку белую. Время не спать и не мыслить, только тени ловить. Как бы тут не повиснуть мертвой куклой в межвремени сердцем живым. Как бы не перепутать, где пламя, где дым. Ты же знаешь, что будет все, будет, но поздно. И растают с утра перезревшие звезды. Только я, только он на последнем ряду, где-то кого-то ища, лишь с собой пропаду. Пропаду я не пропадом, нет, не пропажу. Буду рядом и что-то писать тебе даже. Что-то пить, чем-то тлеть, допивать, говорить. Только как бы не вышло себя повторить, как игрушка, которую вновь завели. И сказав ей твои, за твои ты ушли. Ночь выдохлась, на старте цвет сменив, читая черным, будто наизнанку. Казалось бы, что вырвался прилив слепым нарывом. Вытяс по заранку и улетать. Но позже, поутру, когда осколки звезд растают в лужах, но не уйду, по скриптам не умру, пока еще кому-то где-то нужен, пока еще не время, так, игра. Расчет на первый и второй в пролете, и снова стих меняет звук пера, зарифмовав на самой звонкой ноте. Зина Охтинская! Зина Охтинская, браво, кричат. Хочешь обсуждение? Хочешь? Андрей, скажешь? Неожиданно стихи показались крепкими, но на мой субъективный вкус в них есть какая-то выспанность.
Это на мой вкус, да, вот и растают с утра перезревшие звезды. Мне вот как-то это не нравится. Ну это чисто мое. Мне очень нравится это прекрасно. Ну я понял, да, на твой вкус. Да, и я бы сказал, там очень. Перезревшие, но перезревшие, мы решили, что это слишком. Там много такого есть. По ту сторону мысли. Но есть какие-то строки, над которыми хочет задуматься. Но тут вопрос вот в чем. Хочется задуматься со знаком плюс или задумываешься, несколько ломая над ними голову. Вот в чем моя идея. Понятно, я говорю, да? Пока не решил, плюс или минус, да? Да, нет, мы все давай уже другой. Ну ясно, спасибо, Андрей. Есть, давайте, кто, а кому Зиновьевская очень понравилось, вообще супер, аплодисменты. Есть такие люди, да. А кому просто Зиновьевская понравилась, и ура, кричим. Ура! Зиновьевская! Нет, подождите, нет, давайте, у нас какое-то потомство. Чтобы люди понимали. Зина Овцинская! Ура! Ну, почти. Вот что-то, значит, не хватило. Спасибо, Зина Овцинская. Мне Зина всегда нравится, как приступаю. Спасибо большое. Господа, значит, у нас сейчас скоро заканчивается первое отделение. Второе отделение начинает сразу Дмитрий Панов, проект «Метаноя». А «Музомания» может быть состоится в конце второго отделения, может нет, посмотрим, там от некоторых факторов зависит. Ну, где я как поэт участвую.